Венок поэту. Литературная Беларусь сегодня отмечает день рождения Богдановича. Начались торжества в Минске, родном городе классика. Здесь, в районе Троицкого предместья, 121 год назад и появился на свет гений. Сотни людей пришли сегодня к первому памятнику, самому молодому поэту Беларуси у Большого театра. Недалеко от места, где стоял дом семьи мастера. В этом уголке столицы прошли полгода жизни Максима. Из воспоминаний отца, ребенок был здоровый, хорошо сложенный, 9 фунтов весом. Малоизвестные факты из биографии известного поэта звучали сегодня у бронзовых ног автора той же незабываемой поэмы «Гимна любви» Вероника. Максим Богданович любил Василек. Не одной же он у своих творах опевал эту простую полевую кветку. И она стала символом. Символом Максима, символом Беларуси. Але 9 снежня Васильки знайсти нереально. Выдали 3 книги Богдановича на 10 мовах свету. И это, ну, я лечу наш самый великий уклад фонда культуры, на вот краины нашей, ушанование памяти Максима Богдановича в юбилейный год. А вот зараз мы опекуемся тем, что занимаемся створением мемориального знака на месте дома, где родился Максим Богданович. Улица Богдановича, дом 25. Адрес сегодня напоминание о месте, где родился классик. Двухэтажный особняк снесли еще в конце 40-х. Закрыт сегодня и музей поэта. Капитальный ремонт обещают завершить к весне, то есть к столетию со дня публикации единственного сборника Максима «Венок».